Привет, народ, с вами Фенаргот. Что же, в Доте очень важное обновление, но прежде напомню, что успейте выставить свой состав фэнтези. Я уже выложил ролик, и да, многие пишут, что вот, якобы Team Spirit не будут играть. Они будут играть, это ошибка клиента, потому что по московскому времени матч будет 3 часа ночи, и это уже 1 марта, а не 28 февраля. Не беспокойтесь, Team Spirit точно по расписанию сегодня играет. Собственно, обновление действительно очень важное. Valve продолжает бороться с читерами. Во-первых, они... в матчмейкинге отключает возможность демо. Ну, сами демки вы можете записывать и использовать их в SFM, но некоторый функционал, которому получали с помощью читов абьюзеры, его больше нету. Также убрали некоторые и консольные команды, которые более недоступны, связанные с девом и дебагом. Но при этом вы также можете использовать команды ping, disconnect, dota, toggle, автоатак и прочее. Но самое важное, что теперь, пока не закончится стадия пиков в самой игре, вы не сможете просмотреть профили своих противников и союзников. Это очень важное изменение, которое на самом деле борется не только с читерами, да, которые используют Overplus там или еще что-то, но также и с теми, кто использует официальный Overwolf и расширение Dota Plus. Я напомню, что расширение Dota Plus собирало информацию о профилях с Dota бафов и предлагало вам пики и баны. Теперь программа это делать не сможет, потому что у нее просто-напросто не будет доступа к этим профилям, она не будет знать, с кем и против кого вы играете, и таким образом не сможет подсказать вам пики и баны. Это очень круто, я думаю, вы сами понимаете почему, потому что многие любят играть на определенных персонажах, и просто невыносимо, когда этих персонажей банят. В общем, Valve серьезно взялись за Dota, серьезно взялись за борьбу с читерами, абьюзерами и так далее. Посмотрим, что вообще будет происходить со смурфами. Я считаю, что этим тоже нужно заняться как следует. Ну и руинерами. Я вон сегодня наигрался с руинерами, которые с третьей минуты начинают бегать АФК и просто фидить. С ними ничего не делают, к сожалению. Посмотрим. Патч уже 6 марта. Напоминаю, что мы будем с вами следить за плей-офф стадии мейджора. Ну и, конечно же, принимать участие в розыгрыше PlayStation 5 и других призов еще в Telegram-канале и в сообществе ВК. Ссылки есть в описании. С вами был Фенаргот и до скорых встреч.